Подготовка к отопительному сезону в регионе на контроле, в том числе и у прокуратуры Ненецкого округа. Накануне комиссия, в которую вошли представители прокуратуры, департамента строительства, ЖКХ, транспорта, специалисты Ростехнадзора, проинспектировали котельные, принадлежащие крупнейшим поставщикам тепловой энергии в городе и поселке Искателей. Подробности в материале моей коллеги Ольги Русул. Подготовка региона к отопительному сезону на особом контроле у прокуратуры Ненецкого округа. Срок до 1 ноября все котельные должны получить паспорт готовности объекта, то есть подтвердить соответствие всем нормам и требованиям. В плане сегодняшней инспекции 4 объекта – 2 котельные Ненецкой коммунальной компании и 2 предприятия тепловых сетей. Один из объектов вызывает опасения у надзорных органов. Что делается для того, чтобы устранить нарушения? Строится, так понимаю, новое здание, помещение котельного. Эта котельная расположена в поселке Искатели. Она обеспечивает теплом порядка 50 домов. Вопросов к оборудованию нет, а вот само здание вызывает опасения. Ну, котельная к отопительному сезону готова, тепло в поселок подается. Единственное, у нас проблема со зданием самой котельной. К оборудованию вопросов нету. Ну, по зданию строится новая котельная, которая будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Всего в ведении предприятия 13 котельных. Все, по словам руководителя, готовы к зиме. Отопительный сезон на них начат согласно распоряжению главы муниципалитета. Следующий объект – котельное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. Я вам могу сказать с уверенностью, что мы готовы 100% к отопительному сезону, и он уже начался. Как правило, это у нас обычно числа 15 августа. Все, мы готовы уже. Все 18 котельных предприятия на сегодняшний день работают, обеспечивая жителей города теплом и горячей водой. По ряду объектов котельных можно сказать, что они в принципе готовы и наверняка получат соответствующий паспорт готовности. По ряду объектов тут есть вопросы и нарекания. Соответственно, у нас проверка только начата. В случае выявления нарушений мы примем, соответственно, исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные исключительно на устранение и недопущение нарушений впредь. У поставщиков тепловой энергии еще есть время устранить недостатки, чтобы горожане встретили зиму в теплых, уютных квартирах. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».